этот ящик готов. Носить, да? Да. Закрыла. Хочешь, Патрюшка? Проходи, не бойся. Ну вот, все игрушки сняла. Здесь осталось только чуть-чуть еще. Так, вот. Столько было игрушек. Помните вот такие вот шарики? Это еще из моего детства. Такая вот клубничка. Муж на каток пошел. Патрика немножко вывел. Он ждал вкусняшку за то, что гулял. Наверное, мужу надо было вкусняшку давать. Так, здесь надо убрать все огоньки. Что тут у меня? Мне нравится очень грибок такой. Правда, красивый. Это тоже очень старое, еще из прежней жизни. Дети еще маленькие были. Раньше игрушки были красивые, но сейчас какие-то необыкновенно красивые. Смотрите. Но мне милее старые. Вот этот шарик забыла положить в коробочку. Подумала, что три только, а их четыре все-таки. Вот эти шарики тоже из прошлой жизни, раньше. Очень нравятся вот такие елочки. Я помню, на Новый год всем дарила по такой елочке. В этом году я дарила по кролику. Вот по такой елочке красивой дарила. Вот тоже из прежней жизни, из моего детства. И вот этот вот шарик. И вот такой вот маленький. И этот тоже. Такая вот игрушечка. Очень старая уже. Ну вот они лежат здесь. Колокольчик это мне бывшая приятельница привозила, дарила. Птички любимые. Я тоже, когда внучки были маленькие, дарила вот таких птичек им. Наверное, у них до сих пор еще живы. Мне вот эта сова нравится. Смотрите, какая красавица. С красивыми глазками такими. Вон, как живые глазки у нее. Пушистая. Красивая вот эта шишечка. Очень нравится вот такая шишка. Птички с пушистыми хвостиками. Гламурная птичка. Сердечко. Ну, какая тоже гламурная. Еще одно сердечко. Не забыть бы еще те игрушки, которые мне подарила дочка и внучка в этом году. Вон еще какая есть сова.
шарик красивый. Сейчас все это буду вот в эти пакетики заверну и буду убирать в коробку. Муж принес коробку. Написано шары, чтобы знать, где что лежит. Красивая. Это я покупала в Тарту в этом году. Это надо будет завернуть до будущего года. Это у меня на входной двери будет в квартиру в подъезде висеть. Вот эта красота, надеюсь, что сохранится. В толстый-толстый пакет и в подвал, так же, как и елку. Красивый, большой. Сама сделала, вот. Придерживаешься своих этих самых желаний. Ты говорил после китайского этого Нового года. Ну, китайский-то только сегодня, а мы уже убрали. Со вчерашнего на сегодняшнее. Ну. Ну, так вот, ну. Ты же сказал, что раньше убирать не будешь. Я не убираю. Мужчина сказал, мужчина сделал. Ты убираешь, так что я здесь ни при чем. Ни при чем. А кто при чем? Патрик, что ли? Ты. Я. Кто у нас руководит? В доме руководит всем мужчина. Я слабая. Так это в нормальном доме. Я слабая женщина, у меня сил нет. Вон ветка одна внизу у тебя болтается. Не обхватить. Чего там? Ты свитер не снял. Лицо будешь колоть сейчас. Так это массаж лица. Люди специально хоть деньги так получают. Ты положи на пол, да и приминай. Чего ты к себе ты жмешь его? Ай, легко сказать. Его. Засыпился. Все учить надо, как удобнее и лучше, чтобы безболезненно было. А что тут болезненного-то? Сама расправляю. Сильно не кряхти, а то скажут, что уже в возрасте. А ты еще молодой и красивый. Да-да-да. Что да-да? 14,5 лет. Что ты на 14 годах зациклился? У тебя самый лучший период, что ли, был? Да, у меня самый хороший период. А кряхтит, божечки мои. Чуть-чуть помочь. Кто скажет, ни хрена не делает, стоит, только наблюдает да снимает. Что тут говорит? Факт на лицо. Друзья поспать не дают, звонят. Разберусь я с ними, елки-палки. Муж на отдыхе, они тут это, раньше времени. До 4 поспать не дали. Елка. Практически спрятано. Осталось только связать и 10 мешков сложить, и все. Конечно, ты рад будешь меня примотать и вынести в подвал, чтобы не путался под ногами здесь. Хорошо там все уложил? Или кинул, как попало? Как положено, конечно. Не успела я, когда ты тут ушмыгнул с этим, как его, с последним
этим самым мешком. Куда я ушмыгнул? С цветком, когда ты ушмыгнул. Куда не хотела я? Снять. Куда? Снять. Подвал куда? Только, молодец. Вот там только и можно спрятаться в подвале. От меня что ли? От кого же еще? На улице еще можно. Да. На колени. Давай. Всю жизнь на коленях. Заползай в нору. Ой. В нору заползай. Патрюшкин, он под твой стол заползает, где ты прячешься. Не с розеткой вместе выдернул, нет? С розеткой, конечно, чтобы больше не лазить. Самый молодой. Вот так вот вечно издевается надо мной. Конечно. А всем говорит, что она хорошая. Теперь это в историю войдет, и как только что я этот кадр достаю, показываю, как меня мучаешь. Каким образом? Старого, больного, на коленях. Это я. На четвереньках. Старая, а ты у меня молодой. На четвереньках. Теперь еле, он, видишь, еле встал нормально. Да? Да. Если бы ты передо мной на четвереньки встал, это была бы сенсация. Под стол забрался, спрятался. Это уже не сенсация. Все вы одинаковые. От жен прячетесь, не знаете, куда сбежать. Да. Ладно, разрешаю побеседовать с другом. Это женщина уже испанка была. Это она уже про колени заводила речь. Да что ты говоришь? Я не испанка. Лучше жить, чем всю жизнь на коленях. Я тебе говорю, я не испанка. Ты уже слишком умная у меня чересчур. Все знаешь. Хорошо быть такой, как я, наивный и глупый. Это ты... На публику наивная, а факт налицо. Какой? Что двух мужиков нафиг к ногтю под каблук. Вот под каблук, да. Что хихи да ха-ха? На экране хихи да ха-ха. Тряпки кто развешивает, а я терплю. Это спортивное снаряжение. Да, сегодняшнее, что с катка пришел. Да. Да, да. Патрик, шуруй за папой. Патрик, быстро. Иди кушай. Иди кушай, Патрюша. Вот видите, как она даже с собакой разговаривает. Патрюшенька, кушай, зайка, кушай. Это я так, для порядка. 10 утра в городе. В городе никого. Куда все подевались? Одни мы. Вон там кто-то еще бредет. Ой-ой-ой. Вот где все жители? Как Новый год, так там... Толпы были, все по домам сидят. Влажность на улице. Ну, хоть ветра нет, это радует. Так, чего ты там клюешь, подруга? Чего-то в снегу ковыряет, ищет. Деловая. Даже ворон не видно, одни галки. А там вон те, которые на курсы ходят, учатся чему-то разумному, вечному. Да, еще прилетели. Ну что, гулять собираешься? Нет еще. Чего у тебя стельки? Стельки теряешь? Да, вот иду, приклеить их надо. А ты меня тут заставляешь свет включать. Нет, так подожди, что значит я заставляю? Конечно, включи свет. Ну так хочу в темноте, ты что ты экономист экономишь? Вот туда я иду работать, зачем будет свет здесь работать? Вот так громко, да. Работать. Свет дорогой нонче. Понял, какая я тут? Да. Вот экономишь на всем, нет, чтобы печку растопить. Какую печку, ты еще сумасшедший? Да, которая... Такая работает. Слава работает, значит. Ну ничего себе слава, тепло дома-то. По твоим рукам судить, минус 20, наверное, дома. Наверное. Ну вот. Теряешь стельки, теряешь. Вот это... Это кто обманщик? Кто врет? Без тебя здесь не обойтись, да? Врешь. Без тебя здесь не обойтись. Обязательно надо прийти проверить. Конечно, может быть, правда клеем надумал клеить. С ума сошел.
Может быть, и сошел. На всем нужно это руку на пульсе держать. Тут это уж это не упустишь. Даже у бедной собачки и то на пульсе. А чем он бедный-то? Зашуганный. Ой, болтун. Почему это болтун? Патрик, иди покажись. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Пока.